високі підбори – це красиво і елегантно. Але, на жаль, постійне носіння такого взуття здоров'я не додає. Тим більше жінкам, які мають зайву вагу, страждають плоскостопістю, варикозним розширенням вен і викривленням хребта. Їм взагалі не рекомендують носити підбори вище 5 см. Чи так це насправді, ми запитаємо у лікаря-вертебролога Геннадія Ігнатєва. Мене ж звати Тетяна Іванська, це «Країна здоров'я». Розпочинаємо. Отже, пане Геннадію, вітаю вас у нашій студії. Говоримо сьогодні про взуття на підборах, про те, як може ця краса зашкодити нашому здоров'ю. То що, краса справді шкідлива? Ні, краса завжди прекрасна і дуже красива, дуже сучасна і взагалі елегантна. Коли дівчина знаходиться на підборах, на каблучках, на танкетці, на високих іменно каблуках. Є некоторі особливості. Якщо у мужчини накоплюється внутрішній жир і обволакують внутрішні органи, то у жінки накоплюється целлюліт. І якщо... Від того, що вона ходить на підборах? Ні, від того, що вона ходить якраз не на підборах, а без каблуків. Тобто навпаки треба ходити на підборах, щоб бути стрункішими? В обов'язковому порядку, тому що коли жінка ходить на каблуках, то, звісно, у неї напрягаються мишці живота. Виставляється центр тяжести, грудь уходить вперед, говорю. Вона просто потягнута, потягнута животик у неї. Якщо ж наоборот, буде жінка постійно або дівчина ходити без каблуків, а особливо в Європі, ви посмотрите на населення Європи і дівчинок, посмотрите, які мають процентів 80-90 збиточний вес. Вони практично всі ходять без каблуків. І вважає, що це здорово. Можливо, це ще й від харчування залежить, ні? Ні, харчування – це вже друга тема і зовсім не залежить від цього. Здесь вже інші питання. Здесь кожен може шукати собі якусь відговорку. Точно так же, как мамочки, когда с маленькими детками, ей трудно приготовить что-то разовое, 30-50 граммов, и вводить обучающий прикорм. Проще открыть баночку и дать. Точно так же каждый из нас ищет себе оправдание. Прежде всего, надо искать причину в себе. Перестраивать свой мозг и перестраивать все окружающее вокруг. Если каждый начнет с себя, то тогда будет у нас и порядок, и краса, и... Повне, будемо говорити, задоволення. Ну, якщо чесно, ви перший лікар, якого я зустрічаю, який каже, що на підборах корисно навіть ходити. Але чи не перевантажується від цього нога? Деякі лікарі кажуть про те, що якщо весь час ходити на підборах, то страждає спина. А ви, як лікар-вертебролог, з цим погоджуєтесь чи ні? Прежде всего, я скажу так, большинство врачей идет по наработанной схеме. Есть протокольное лечение, по протоколу есть какие-то определенные свои нюансы, есть рекомендации, назначения. Но вы не забывайте, что протоколы создавались когда? Сколько прошло уже лет? Уже образовалась какая-то мода, образовался определенный образ жизни, тем более сейчас компьютеризация идет. Но лишь тело людини не изменилось. Ну как это не сменилось? Вот именно как раз тело сменилось. Если раньше больше ходили и находились в движении, именно ходили, то сейчас ограничили на минимум. Ну вот вы посмотрите, посчитайте, сколько километров в день вы в среднем проходите. 3, 5, 2 километра. Если имеете авто, и этого даже вы не проходите в день, когда рекомендовано проходить как минимум 5-10 километров. А чи невелика тоді це нагрузка на ноги, якщо я їжджу автомобілем і виходжу одразу на каблуках? Ось ці от перепади, вони не шкідливі для здоров'я? Во-первых, на автомобілі, на шпильки ви должны переодеться, переобутися. Я маю на увазі, от я не ходжу, я переважно тут під'їхала, так? Я мало, наприклад, проходжу в день справді кілометрів, і от я виходжу з машини, майже весь день я провела сидячи, а десь там до магазину чи до театру я йду на підборах. Ось ці перепади, вони не шкідливі. І ви вважаєте цього достатньо? Ні, я не кажу про те, що добре. Я питаю, наскільки шкідливі такі перепади. В такому випадку, якщо жінка мало рухається, в якої є автомобіль, а у сучасних жінок переважно є автомобілі, у тих, які мають якісь фірми, які десь працюють, так гарно заробляють. Наскільки це шкідливо, що вона мало рухається і по офісу, і до роботи?
результаты, вона йде на підбор. Ну, зачастую те, хто мало движеться, їздить на автомобілі, ходить в тренажерний зал. Согласитесь со мной. Ні, большинство. Не хтось хоче з кожного понеділка почати, але не виходить. А тот, хто не виходить, наступає період, коли починає накоплюватися селюліт, і в один прекрасний момент ви становитесь на веси, для вас катастрофа. Угу. Вот. Самая большая проблема – це коли появляється той же самий целлюліт, говорю, коли міняється центр тяжести. Я всім своїм пацієнткам говорю так. Те, которые прошли лечение, говорю, ходите обязательно на каблуках, на шпильках, как можно выше, 10-11 сантиметров, не 5, не 7, а 11 сантиметров. Угу. Вы так удивленно смотрите на меня. Мене це справді дивує, тому що ще, я ще раз повторюся, ви перший лікар, який каже, що треба ходити на підборах. Я не перший лікар, со мною єдиномишленників дуже багато. Значить, європейці... я їх не зустрічала. Зараз зробимо паузу невеличку, після чого повертаємось до студії. Лікар-вертебролог Геннадій Ігнатів в нашій студії. Говоримо сьогодні про те, про красу жіночих ніг у підборах. Наскільки це шкідливо, чи навпаки навіть допоможе здоров'ю жінки, якщо вона весь час ходить на підборах. Ви сказали, ну це справді так, що зараз і мода на те, щоб ходити в балетках, ходити в кросівках. Чому це... Ні. Это серьезно, это очень большой недостаток. Я кажу про те, що це є мода, і зараз їх справді купують, але це справді легше у пересуванні, наприклад, добігти швидше до вагону метро, добігти до маршрутки швидше. І тому саме жінки переважно носять з собою десь, та, чи на роботі мають туфлі на підборах, а пересуваються в якихось балетках чи кросівках. Це погано? Да, ну не в какой-то мере, будем говорить, нужно одевать обувь специально, если вы идете, допустим, заниматься спортом, или у вас идет художественная гимнастика, mm-hmm. где-то идут специальные нагрузки возле станка, я будем говорить так, отработки, то здесь нужно обязательно специальную обувь, балетки. Если касается спорта, то одеваются специальные кроссовки, потому что на каждый вид спорта разработаны определенные кроссовки, и они разгружают стопу. Но ходить постоянно в кроссовках я вообще не рекомендую. Это чисто именно специализированно. Пришли в тренажерный зал, позанимались спортом и быстренько переобулись, потому что перемещаться в эту обувь нельзя. Происходит некая такая атрофия мышечная, и мышцы не работают. Угу. Если коснуться нашего плоскостопия, по статистике, по всему миру, я не ошибусь, если скажу, 90% имеют продольные или поперечные плоскостопия, или комбинированные. Добре, а що робити тоді з тим, от жінки, коли цілий день проходять на підборах вдома, вони їх знімають і відчувають от нереальне полегшення, і тому ну важко деяким жінкам ходити на підборах. Це від чого залежить? Ви нереальний вопрос задаєте, во-первых, а чого зависить цілий день? Я не говорив ніколи такі речі і не буду говорити. І своїм пацієнтам завжди говорю, які проходять у мене лечення, я говорю, ви повинні бути як неваляшка. Нельзя много ходити, нельзя много сидіти, нельзя много стоять. Движение – это жизнь. Помните да. всегда об этом. И постоянно находиться в движении. Не давайте перегрузки. Вот. И если вы будете постоянно на протяжении всего дня без смены обуви, это тоже нехорошо. Есть еще другие факторы. Есть факторы, когда обувь именно на высоких подборах, несколько противопоказан. Для них оптимальный режим – это 5-7 сантиметров каблучок. Но он должен быть обязательно. Даже в домашних тапочках я рекомендую. Опять же, вам обостряю внимание на то, что если женщина не будет носить каблуки, значит, вы меня извините, но опустится живот. Угу. Пусть простят меня женщины, как говорят, будет брюхо некрасивое, вот. Они должны понимать, что думают мужчины. И наоборот, если женщина ходит на каблучках, то она постоянно подтянутая и стройная. Так что лучше? И здесь, если коснуться этого фактора, вот я то же самое говорю, тенденция говорит, что лучше, что хуже. Вы обратите внимание, какое течение моды. Если раньше модели ходили худощавые, лучше. Кому було лучше вот, относительно цих моделей? А давайте ми не зараз не про моду, а от, власне, про хребет. Ні, давайте, ви дивіться, ви його принесли, от покажіть, якщо, як страждає, чи навпаки, як ми допомагаємо нашому хребту,
якщо ми ходимо на підборах? Прежде всего, если коснуться нашего хребта, его надо привести в порядок. Так. Зачастую где-то процентов 80-87 имеет сколиозы, искривления разной формы, так, комбинированный сколиоз. За счет того, что идет перестройка именно таза. Под таз перестраивается весь позвоночник. Здесь очень много разных конфигураций. Так. В любом направлении вот эти два полутаза, они могут иметь структуру, они могут относительно друг к другу идти в такую дисфункцию, в такую, в такую, в такую. Я могу показать как минимум 1000 комбинаций. При каждой комбинации таза позвоночник будет менять ось. А если меняет ось, значит, включается определенная группа мышц. На определенной группе мышц идет перегрузка. Угу. На стороне поражения всегда мышца спазмирована, находится в тонусе. И коснувшись даже тренажерного зала, когда вы придете в тренажерный зал, любой инструктор скажет вам, вот эта сторона у вас закачана, а эта нет. Давайте мы закачаем эту. Это очень глупо. Мозг никогда не обманете. Потому что на стороне поражения мышца спазмирована, там присутствует боль, там ущемлен нерв. Нерв находится в отекшем состоянии, пульсирует или уже слишком давно, давно он находится в спазмированном состоянии, и произошла нейропатия. Нерв умирает, и по ходу этого нерва пропадает чувствительность. Но нужно не забывать, это и хорошо, и плохо. Плохо тем, что другие позвонки, межпозвоночные диски и нервы на выходе берут на себя перегрузку. Рано или поздно начинаются те же проблемы, что и там. А якщо ось от є такі перегрузки, ось є сколіоз, то треба ходити на підборах чи ні? Як вони впливають в такому випадку на хребет? Здесь очень серйозний вопрос относительно как раз стелек. Вот, ортопедических стелек, ортопедической обуви. Если правильно поставлена диагностика, если там есть истинное укорочение нижних конечностей, то обязательно нужен подпяточник и специальная ортопедическая обувь. Угу. Или же стелька, потому что она несколько разгружает те же самые мышцы стопы. Если же этого всего не произвести, будет компенсация опять отражаться на позвоночнике и отразиться непременно на головной боли. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємось в студію. Лікар-вертебролог Геннадій Ігнатів в нашій студії. Говоримо сьогодні про взуття на підборах. І маємо питання від сайту «Обозріватель». Нагадаю, що нас там також можна дивитися. Перше питання, яка висота підборів не шкодить жіночим ногам? Вопрос интересный и трудно на него ответить, потому что нужно понимать, что мы касаемся всего населения, начиная от рождения детской обувь и кончая пожилым возрастом. Есть показания, есть противопоказания. Одно из противопоказаний носить высокий каблук – это фактор ревматоидного артрита, артрозов. Вот, кардиореревматоидные проблемы, потому что любая перегрузка, когда находишься на шпильке, вот, идет на бугор, вот, три точки опоры в стопе, и вот бугор плюсневой кости большого пальца как раз перегружается. И если постоянно, имея вот форму артрита, артроза, вот, когда температура постоянно у данного человека 37-37,2, вот, и давать еще дополнительную нагрузку, естественно, там будет воспалительный процесс. И данный человек максимум 10-15 минут он выходит сквозь боль, вот, а потом будет серьезные проблемы. Так что какой взуття треба с лекарем выбирать, чи попередньо порадившись? Вы прежде всего должны слушать себя, своего внутреннего доктора, что он вам подскажет. Всегда прислушивайтесь себе, потому что все книги, все инструкции составляла человеку. Человеку свойственно ошибаться. У меня за 35 лет моей практики прошли десятки тысяч пациентов. И сказать, что вот эта история похожа на эту историю, я не могу. У каждого есть какие-то свои особенности. Точно так же, как относительно таза, я говорю, принимает конфигурацию позвоночника, уже приспосабливается. То же самое здесь имеет и свои особенности и позвоночник. Если в межпозвоночном диске возникают какие-то серьезные проблемы и грыжа выходит за пределы,
Вот. То тогда, соответственно, идет ущемление спинного мозга, нервного корешка. Возникают вот такие вот отеки, видите, в сравнении. Угу. Вот здесь вот есть боль, потому что здесь есть отек. Вот. И, соответственно, возникает много, масса проблем. Угу. Друге питання від сайту обозревателя. Якими можуть бути наслідки постійної ходьби на високих підборах? Якщо нічого не болить, якщо дівчинка стройна, то никаких противопоказаний не вижу. Пример тому – мои дети. Даже будучи в 8-9 классе, они бегали по лестнице по школам. Директриса, когда спрашивала, скажите, пожалуйста, как ваша фамилия, почему ваши батьки не смотрят за вами, почему вы бегаете на таких высоких подборах? Вот. Они когда говорили, мы Игнатьев, все ясно, понятно. Добре, а якщо говорити, до речі, не лише про жінок, а чоловікам треба ходити на підборах? Чоловікам, звісно, теж рекомендовано обов'язково невисокий каблук. Угу. Обов'язково, тому що сама точка опори, яка йде на передні пальці, взагалі на пальці ног, я маю в виду, вот, на дві точки опори, це перша плюснєва кость і п'ята плюснєва кость. Звісно, вся нагрузка падає туди. Относительно самой обуви должен каждый слушать себя, потому что одному подходит одна колодка, другому подходит другая колодка. Каждый должен одеть обувь и почувствовать, что она действительно комфортная и приятная. Сможет ли он в этой жесткой обуви находиться весь день или нет? Если же обувь достаточно мягкая, она не парит, не создает дискомфорта. Если эта обувь идет как раз именно полная постановка, идет не на переднюю часть, не на пятку идет вот ударом, вот. Когда идет планомерно, то тогда это идеальная обувь. И если находится человек, одевает эту обувь, он просто не хочет с ней расставаться. Он чувствует, одевает ее и говорит, я все равно, что как в домашних тапочках. Так образно говоря. Третє питання. Деякі експерти стверджують, що взуття на підборах особливо шкідливе для вагітних. Наскільки це відповідає дійсності? І чому підбори, якщо це справді так, небезпечні для вагітних жінок? Во время беременности меняется центр тяжести, идет перегрузка. Если же есть там масса дисфункций скошенного, скрученного таза, идет дополнительная нагрузка, перегрузка, и может возникнуть угроза прерывания беременности. Но если этой женщине вообще носить, без каблука обувь, то большая угроза будет как раз именно прерывание беременности. Каблучок должен быть обязательно. От 3 до где-то 7 сантиметров. Чи правда, що жінкам з надмірною вагою не варто носити підбори? Я в этом тоже имею свою точку зрения. Здесь очень много факторов. Если у данной женщины есть гормональные какие-то сбои, нарушения, и если ей одеть конкретно вот высокий каблук, он может в какой-то мере навредить. И наоборот, напротив, что значит надмерная вага? Если у нее рост позволяет, если возраст и все внутренние органы функционируют нормально, почему бы и нет? Просто бачите, наш світ, він дуже швидкий насправді, і всі ми завжди кудись десь запізнюємося, не у всіх є машина, щоб сісти і доїхати, не у всіх є можливість, щоб викликати таксі та і доїхати. І зазвичай дуже багато, я, наприклад, коли запізнююсь, я біжу, тому я не хожу на підборах. Ваші діти бігали на підборах. Мені варто зараз змінювати свій стиль життя, не життя, а взуття, так, стиль взуття. Варто змінити, перелаштуватися, щоб ходити лише на підборах? Чи вже, якщо я звикла без підборів, краще нічого не міняти? Для того, щоб дати вам конкретний совіт относительно вас, якої висоти потрібно каблук, танкетку, або яку обувь вам носити, прежде всего, я должен вас осмотрити. Я должен поправити ті моменти, які можна исправить на всю оставшуюся жизнь і забыть о них. А после этого дозировано вы уже постепенно будете переходить. И когда вы через год, допустим, после того, как вы прошли у нас лечение, в целом придете к нам, образно говоря, на шпильке, а такое случается у меня практически в 90% случаев с моими пациентами. Я вам дуже дякую, пане Геннадій, що бажаю нам усім виглядати красиво, ходити красиво і, звичайно ж, бути здоровими. До зустрічі!